Всем привет, меня зовут Алексей Баринов, и прямо сейчас радиодача находится на городском праздновании Масленицы Петропавловской крепости. Сегодня всем обещаю самое весеннее настроение, горы блинов, и, конечно же, все это пройдет в лучших традициях русской души. Как это будет, сейчас увидим. Илье, солнцем по земле идет, позабыли свое горе, одолеем как-нибудь. Мед, сгущенка или икра? Мед, сгущенка и икра. Мед. Почему? Все-таки на Руси вначале что? Сот и мед. Мед. Изначально древнерусский. Сгущенка. Медовуха, все дела. Сгущенка, нет, слишком сладко. Икра. Ну и то, и другое хорошо. А сначала посоли, да. Подсласти, а да. Потом надо подсластить. Первое сначала икра, а потом уже любая. Ну, есть обычай мед, это в церкви в основном делают, а икра это чисто русская, потому что они рыбу ловили, сетры, и там была икра, они ложили туда. А сгущенка? А сгущенки тогда не было, мне кажется. Как прыгать через костер, если надета юбка? Повыше. Ну, задирать юбку, наверное, да? Повыше прыгай, чтобы юбка не сгорела. Да как раз согреешься лучше. А физически? Физически юбку задрал и прыгаешь. Никого не стесняюсь. Да нет, конечно, масленица же. Юбку можно подвязать чем-нибудь подручным. Ну, мне так кажется, я просто не пробовала, поэтому это чистая теория. Приподнять ее и прыгать. И никого не стесняйся. Да, конечно, босыми пятками сверкать. А ну, подхватить так, чтобы не было на виду. И, вот. И быстро очень надо. Чтобы никто не заметил. Да, только окей. Чтобы вот так мелькнуло. Закрывать глаза и прыгать. И будь что будет, да? Еще желание загадать. До свидания, в добрый час. Нужно ли брать на масленицу тещу? Обязательно. Почему? А кто в очереди будет стоять за блинами? Ну, теща на блины, это вся русская традиция. Теща на блины. Обязательно. Наш зятя любят, всегда говорят, что нужно к теще идти на блины. Или теща приглашает на блины. Даже на второй день свадьбы блины пекут у нас у русских. Почему блины самый незаменимый атрибут масленицы, на ваш взгляд? Ну, это заканчивается зима, перед начало весны. Потому что не солнце. Солнце ассоциирует. А, масленица с солнцем. Встреча весны. Да. Потому что он круглый, как солнце. А, весна, солнце. Ну, потому что вообще в любой момент, когда если нет еды, то блины самое сытное, простое и очень вкусное блюдо, в которое вы добавите любую какую-то припеку и начинку, сможете всех накормить.